восторжествует ненасильно свет у тех, кто добровольно пожелает, кто поменяет на раздолье хлеб, и давшего тот свет с душой восславит. Неужто слепы мы с испугу вопрошали, кто мил себя всезрящим превосходно? Угроза сыпал не гигант, а карды, и умничали в сброде идиоты. Нигде насилия по вере не твори, но, исповедуя, молись, благовествуя, Бог триедин, но божества не три, мы имя Божие не произносим всую. Все считанное примени к себе, героев прошлых, нынешних в проекте. Пал с неба ангел, ныне же он бес, орудует в безбожестве и в сектах. Что получили, можем потерять, и вере всех запутаться серьезно. Когда сектант ворвется, как пират, и жар обдаст невидимым морозом. Саул кичился званием и силой, нахлебниками из своей охраны. Но бес вошел, и он, крича, взбесился, и, наконец, себя смертельно ранил. Где есть насилие и правде вопреки, там духи зла заполонили воздух. И, слыша то, тотчас к себе прикинь, тирану каяться вдруг оказалось поздно. И никогда нигде не принуждай поверить так, как ты открыл случайно. Свобода духа охраняла рай. В раю же не было ни скорби, ни печали. В свободе уподобься божеству и не зови к себе, а к Иисусу. Познавший свет в Иисусе, торжествуй. Тот свет живой и не бывает тусклым. 16 апреля 2008 года.